1995 году после выхода указа президента создан отдельный специализированный поисковый батальон для этой цели, для выполнения реализации задач, поставленных и постановлением, и президентом Республики Беларусь. Из практики проведения активной исследовательской работы, полевых поисковых работ, видно, что несмотря на такой длительный срок, отделяющих нас от событий Первой мировой войны, учет личного состава и точное местонахождение могил погибших, умерших русской армии того периода был налажен вообще-то значительно лучше, даже чем в Великую Отечественную войну. При этом необходимо учесть, что в ходе поиска воинских захоронений по информации, относящейся к другим периодам военной истории, поисковое подразделение периодически сталкивается с дополнительными сведениями, имеющими отношение к захоронениям Первой мировой войны. В значительной степени было активизировано поисковыми подразделениями с 2003 года в момент 90-летию начала Первой мировой войны, очень активизировалось. С того года, в общем-то, практически каждый год план поисковых работ включается от 6 до 12 объектов по Первой мировой войне. После выхода постановления Министерства обороны об утверждении инструкции о порядке государственного учета воинских захоронений в республике, при поддержке, конечно, в первую очередь с местных органов, исполнительных распределительных органов, начался процесс приватизации. Паспортизации. Мы считаем, что эта работа прошла очень активно. В настоящее время на государственном учете в Республике Беларусь состоит 162 воинских захоронения периода Первой мировой войны, в которых захоронено 18836, в том числе 3669 известных военнослужащих русской императорской армии. Достаточно сказать, что в 2003 году на государственном учете было только 7 оставлено. В 2003 было 7, а уже вот на 162. Хотя по данным Российского государственного военно-исторического архива, только в Гродненской области находится более 200 воинских кладбищ, рассматривая периода, то есть Первой мировой войны. Что касается 52-го отдельного специализированного батальона, как я уже сказал, он был создан в 1995 году, 1 марта. В следующем году ему исполнится 20 лет, как он существует. В ходе полевых поисковых работ этими подразделениями отработано 139 объектов, относящихся к периоду Первой мировой войны на территории 28 районов и 4 областей Республики Беларусь – Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской. Эксгумировано и перезахоронено с почестями 4043 солдата и офицера. При проведении полевых поисковых работ, обнаружено 17 наград наших соотечественников, погибших в Первой мировой войне.